перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в игрушку Tasty Blue. Ну что ж, дорогие друзья, поехали. Собственно, ребятки, мы с вами уже практически прошли пол игры. Вы представляете, насколько это все быстро, насколько это все, так сказать, круто. Так, что здесь у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 уровень. Вы представляете, как далеко? Ребят, если кто-то из вас уже доходил так далеко сюда, обязательно ставьте пальчик вверх и пишите в комментариях, как вам удалось сюда пройти. Ведь это, ребятчики, было довольно-таки непросто. Так, ну что ж, все, начинаем мы уровень, продолжаем, и начинаем мы вот этих малюсеньких таких синеньких рыб. Ням-ням-ням, ой, как вкусно, поплыли. Ну что, довольно-таки неплохо. Так, собираем вот эти, ребят, рыбочки. А тут черепахи, смотрите. Вау, ребят, крабы, слушать уже, классно. Ой, там осьминог, ребятчики. А сейчас ничего не достанется, всех крабов съем. Ха-ха-ха-ха, оставим вас много голодного, ребята. Я думаю, что в скором времени мы сможем и черепах кушать. Я так думаю. Все, ребятки, черепахи пошли в бой. Ребята, пошли в бой. Отлично. Посмотрите, как я съедаю этих крабов. Я, наверное, сейчас легко вот так же съедаю вот этого осьминога, который здесь сидит, ребятки, и не подрывает. Я скоро вырасту большой осьминог, просто-напросто его съем. Так, давай выше, выше, выше. Ну что ж, это неплохо. Давайте воздухом. Так, вот этого мы... Ой, ребятки, меня осьминог укусил. Все, ребятки, мы его... Классно, круто, дорогие друзья. Мы его сожрали и даже не спросили его об этом. Так, ну что ж, довольно-таки неплохо. Продолжаем нашу игрушку. И в этом уровне, ребяточки, у нас что? Вот я плыву, и что дальше? Ой-ой-ой, тут на дне. Так страшно, тут даже дна нету. О, у меня чуть кальмар не закрывал, ребята. О, ребятки, я на самом деле вот такой 10 метров. Я думаю, я малюсенький. И оказывается, 10 метров, это все вокруг меня. Гоняться. Уже самолеты за мной гоняются. Надо срочно убегать отсюда, уплывать куда-то. А куда же уплывать? Я даже не знаю. Отлично, друзья, просто что у нас есть такая возможность. Истребители пока нам не нужны. После вас у нас вот такие вот, ребяточки, киты, которые здесь плавают и не хотят, чтобы мы их съедали. Так, сильно пока нам не нужны. Даже машины. Репортеров съели, ребятчики. О, ребята, вы посмотрите, я уже могу. Поехал самолет, я его просто-напросто съел, ребятчики. Вы это представляете себе, просто-напросто военный вертолет. Так. Вырасти, ребята, через вот этот берег. О, вот он, там город целый, ребята, оказывается, там на берегу город. Кальмаров, которые меня доставляют. Ого, как они рычат. Вау, подводные лодки, ребята. Надо от них убегать. Надо от них убегать побыстрее. Тихо, тихо, тихо. Подводные лодки, меня не сожрите. А, подводная лодка подорвала сама себя. Вы это видели, ребят? Бомбами подорвала сама себя. Да, вот это она. Так, давайте теперь поплывем, съедим. Город, который здесь нам оставил. А когда до такой степени, чтобы я смог съесть подлодку, это было бы.
самая огромная рыба, которая только могла, ребятки, существовать на этой планете. 80 метров у нас длина, и мы с вами прошли, ребятчики, этот уровень. И это просто, ребятки, замечательно. Так, ну что ж, ребят, продолжаем нашу игру. Вау, вот это да, вы это представляете себе вообще. Ребяточки, я, посмотрите, я опять стал маленьким. Я думал, я буду большим. А здесь рыба, посмотрите, она такая страшная, она просто не просто укусит. Так, ну что, пока мне сюда нельзя соваться, чаек тоже нету. А что же мне тогда делать, ребятки? Чаек нет. Вау, ребятки! Я чуть только что съела рыба, вы видели? Вот тут, короче, мне нужно вот тут вот плавать и кушать синенькую рыбку. Чтобы немножко вырасти и начать кушать, ребяточки, жёлтенькую рыбу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, ребята, так, ну что ж, где желтая рыбка? Я уже могу ее кушать? Да, ребятки, я теперь здесь буду кушать желтую рыбу. Большой рыбе, я думаю, не достанется ничего. Так, скоро я вырасту, ребятки, начну уже кушать этот. Скажите мне. Вот эти разные точки такие интересные. Все, ребята. Меня научили кушать. Нормально научили. Теперь я могу, ребята, с удовольствием съесть. Вот это. Так, давай, Юра. Мне кажется, ребят, я сейчас вырасту, еще и рыбу съем, которая мне так надоедает. Ням, отлично. Иди сюда, дорогая. Где она? Где эта рыба большая была, ребята? Где она была? Мы сейчас ее съедим. Не успели, ребятушки, мы ее съесть. Ну, ничего страшного. Продолжим нашу игрушку. Погнали. Так. О, ребята, это уровень золота. Пираты растеряли... Ого, череп, я испугался очень. Так, пираты растеряли золото, и нам нужно его собрать. Да, давайте посмотрим. Так. Начнем попробовать. А так потихонечку будем расти, и потом золото съел. Все, ребятки, я начал кушать золото. Вау, вот только вы смотрите, как это. Вот это да! Разве это, ребятки, не пиратка? Вы только посмотрите, шляпа даже пиратская. Какой-то пират потерял свою шпагу. И шляпу, смотрите. Вау, ребята. Я уже все плитки съедаю золотые. Только посмотрите. Вы только посмотрите. Вау, круто. Я даже съел череп, ребята. Вы это видели? Это было, конечно, очень забавно. Вау, ребят, череп, круто. Еще один. Даже шпагу съел. О, сколько всего здесь открылось для нас, ребят. Только посмотрите. Я думаю, что в будущем мы съедим с вами и с легкостью даже сундуки с золотом. Вау, даже якорь корабля. Корабль. Ребятки, здесь шляпы, даже и все, и шляпы, и золото. Их не сокровища. А, сами пираты тоже скелетами собирали. Но сам корабль... А, это все, что от него осталось, наверное, я собираю. Да? Сам корабль я, конечно же, пока не собираю. Но, тем не менее, ребят, я... Чтобы остатки корабля попали в мой желудок. Так, давай. Плыви, рыбка. Вау, ребят! Я 7 метров съедаю, и все, что мне... Оставили, вы только посмотрите, реально. Вау, вот это да, даже остров. Блин, мы начали острова. Круто. Острова. Ух, и корабль, вы видели, я все-таки наткнулся на него. Я съел, ребяточки, целый корабль. Это просто нужно было, ребят, видеть.
Так, ну что ж, дорогие друзья, неплохо мы сегодня с вами сыграли в тесте Blue, или, так сказать, еще эта игра называется «Рыбка обжора». А на сегодня, дорогие друзья, наверное, будем закругляться, чтобы в следующих раз нам было больше досталось игры. Так что, ребятки, подписывайтесь на мой канал. Вы были на канале «Вечное детство», дорогие друзья. С вами был, как всегда, Юра. Мы сегодня играли в тесте Blue. Лайк, подписка. Пока-пока.